Девушка, раз одел. Стекло ваше. Оттуда, вот к этой канатке спускаются, да? А? Оттуда к этой канатке спускаются? Сверху? Да, да. Сверху, вот к этой, да? Не знаю, что там по звуку. Знаю, что по звуку пишется. Сейчас мы едем на пик. Не знаю, как гора называется. Пока еще не выучил все горы, их тут много. Красотища. Просто обалдеть. Там долина. Оттуда я приехал. Лыжеборды.ру. Кафе Ростов. Короче, надо пойти селфи-палку себе намутить там. Так, а сейчас это лягушатник внизу. Здесь катаются, учатся. Катаются на плюшках. И, видимо, здесь человек с зорбом улетел вот туда. На плюшках катаются, его катанули, не поймали. Конечно, жесть полная. Так, опять внизу у нас круговое движение. Ратрака. Сейчас мы попробуем. Вон веселая компания едет с котиками. Ноги немного офигевают от первых спусков. Именно голеностоп, мышцы вообще в полном порядке. И вот сейчас сверху, с пика, по трассе, аккуратненько-аккуратненько, там, видимо, да, по камням нужно будет пройтись, и по трассе, по узенькой трассе, рак-херак и в продакшн. И вот сюда мы приедем, и можно будет еще разок подсадку сделать. И да, кстати, сейчас будет подсадка ко мне, поэтому мне, я не буду пересаживаться, мне так удобно сидеть. Фух. Доппельмайер, везде новая канатка, достаточно быстро поднимает. Вот мне машут уже, что открывайте ворота. Братка, отдыши тебе. Понимание. Да не что. Да, попу. Есть братишка, его Юрка зовут. Райдер, да, Юра? Вам по пухлику поедем? По пухлику поедем в следующий раз. Когда пухляк будет. Юра, дай сюда, Юра, Иса. Мы здесь поедем? Нет, там специальная трасса для чайников. Ух ты. Шутка, не шутки. Юр, я вообще смысл здесь будет, там сейчас лучше стало. Нет, гриву тебя не задувает. Потом здесь поедем. Да нет, там трасса специальная есть. Там не нужно знать, куда ехать. Ты видишь, что вон, ты видишь, ползет туда. Вот там вообще булка. Не такой, как ты, конечно. Пам, надо ты по пухляку поехать. Поедем сейчас, я тебе покажу место, где пухляк будет, там не поедем. Хочешь на канатку? Она так всегда, всю жизнь так ездит медленно. Ты не помнишь, что летом еще медленнее ездит? Юра, иногда стульки прокладывай, чтобы пушки не закладывали. Склон в другой стороне! Туда! Юра! Юра, тебя зовут, пацаны. Кто? Рэп-сила, металл-могила! Юра, можешь колонку включить? Музыкальную темку сделаем, братишка? Нет. Твою песню любимую. Хочешь? Шот-шот, и ты в кровати. Нет. Дай его.
написано? Здесь написано, будьте осторожны. Аварийная остановка. Спрыгиваем. Не, ну можно прыгать здесь, кстати. Не, мы инструктаж поможем провести. Есть! Это есть! Она едет как... Как сиськи чешет. Колонка что выключена, что не пойму. Что там, холодно? Не, хорошо. Теплее, чем ехать, да? Да. Ну вы же едете на подвыженность. Ее в Бакаре, иксо. Юра, ты же не раз в шестерке не ездил, да? Я уже тебя не понимаю. Я уже тебя не понимаю. Хорошо ты хочешь? Что было? Не видел. Что было? Рос-Ройс? Братан по имени Рос-Ройс? Рос-Ройс. А? Кого? Рос-Ройс. Черный Роллс-Ройс забирает джек. Со мной бейби, мама на нее потрачена. Парень, ну походу он лох. Придется с ним поговорить по этому поводу. Ну походу он лох. Привет! Чего вниз? Почему не вверх? Не умеем мы все. А, посмотреть поехали, да? Понять, да, что там не ваша еще, да? Вот этот спуск самый лучший вот здесь. Ну, здесь учатся. Чайный спуск называется. Какой спуск? А вот этот вот. Вот он маленький, когда вот сверху сюда подъезжают канатки. А, вот этот, лягушатник. Тут я учу людей. Черный Ройс-Ройс забирает джекспот. Со мной будет мама, на меня потрачу все. Сделал новый мур, я заберу топ. Куни спарина по ходу. Папа, а ты по бухлику хочешь пойти? По бухлику с тобой? Да. Давай, а на подошке. А я на этой трассе поехать вот отсюда вот сюда. Туда можно вообще прыгнуть через бухляк. У нее есть парень не походу. Походу он лох. За мной мои парни, они так не твой. Пеха бурла холм. Папа, только есть трамвай? Только деньги на уме. Сделал деньги на уме. Папа, песни про бортиста. Папа, блин, вот это не для бортиста, вот это не для бортиста. Вот здесь поедем сейчас, конечно, вот это попозже.